оставить вас. I've been blessed in being here. Вы знаете, я благословен здесь. And you're wonderful. Вы замечательны. And I commend you for the work and the labor that you do. Amen. Я ободряю вас, поощряю вас в той работе, которую вы делаете. And I pray that you'll just be encouraged. Я молюсь о том, чтобы вы ободрились сегодня. We've been teaching a lot of different principles. Мы учили различным принципам. And I've felt like the teachings that I've brought. Я чувствовал, что те учения, которые я говорил, have been maybe real challenging. Может быть, это было как бросать вызов вам. Discipline. Дисциплина. Endurance. Усердие. Having to run your race. Бежать свое поприще. Things that maybe challenge you. Те вещи, которые трудны для вас. But you know that's part of what we're about is having to fight the good fight of faith. Но знаете, суть заключается в том, что нам нужно бороться, нам нужно сражаться на том поприще, которое стоит перед нами. Like Pastor Owen was just sharing. Пастор Оуэн только делился. The devil's not just gonna lie down. Дьявол не просто так начнет лежать. And let us just walk in and establish the kingdom. И пришли и устанавливали небесное царство. He's trying to resist us. Он пытается противостоять нам. But God is faithful. Но Бог верен. But the reality is. Но реальность заключается. We still have to do our part. В том, что мы должны делать свою часть. God has chosen to work through us. Бог выбрал, Он избрал, чтобы работать через нас. I wish it was to where God would just do all the miracles. Желал бы я, чтобы Бог делал все чудеса. And we could just come along behind and enjoy. А мы сзади него идем и мы просто наслаждаемся. Wouldn't that be great? Не прекрасно было бы ли это? But five different times in Scripture, Old Testament and New. Разных мест Писаний, которые в Новом Завете описываются. The Bible says the just must live by faith. Библия говорит, что праведник верою жив будет. We have to live by faith. Нам необходимо жить верой. Hebrews 11:6 says. Евреям 11:6 говорит об этом. Without faith. Без веры. It's impossible to please Him. Невозможно Богу угодить. In other words, without faith, God is not fully gratified. Что без веры мы не можем угодить Богу. The New Testament, the Apostle Paul wrote to us. Апостол Павел написал нам. He said that we walk by faith and not by sight. Что мы ходим верою, а не глазами, вот то, что видим. So many times we're not going to see everything in the natural realm. Много раз мы не будем видеть то, что происходит в естественном мире. You have to see it by faith. Но вам нужно видеть верою. I'm sure that each one of you. Я уверен, что каждый из вас присутствующих. You sense the call of God. Вы чувствуете, что у вас есть призыв от Бога. Maybe for different areas of ministry. Может быть, за разные части служения. Maybe as a senior pastor. Может быть, как главный пастырь. But you had to step out by faith. Но вам необходимо стать верою. It didn't just happen. Это не происходит просто так. You had to take those steps. Вам необходимо нужно было стать в вере. And God began to work. И сделать это верою, и Бог начинал работать. That's the aspect of faith. И это аспект веры. But there's testing that comes. И есть тест, который приходит, испытание. In the book of James, in chapter 1. Книга Якова, первая глава. Now, the book of James is a tough little book. Вы знаете, что книга Якова, она вообще сложная книга. This is stout. Она очень такая прямолинейная. If you want to be challenged, read this book. Если хотите, чтобы вам бросили вызов, прочитайте эту книгу. Here in verse 2. Во втором стихе. He says, "My brethren." Написано, что мои братья. Count it all joy. С великой радостью принимайте. Notice, count it all joy.
Принимайте с радостью великое. When you fall into diverse temptations. Когда попадаете в различные искушения. Count it all joy. Радуйтесь. Why? Почему? Because we know something. Потому что мы знаем что-то. Look at verse 4. Посмотрите 4 стих. Knowing this. Зная. See, you're not counting all joy. Видите, вы не радуетесь. Just for the trouble that comes. Только вы не радуетесь за те испытания и трудности, которые приходят. See, something would have to be wrong upstairs. Должно быть где-то там наверху что-то помешалось. To say, oh God, send me some more trouble. Чтобы сказать, о Боже, пришли мне больше испытаний. No, нет, wrong. Нет, это что-то не так. We count it all joy in the midst of the trials. Когда у нас трудности, мы с великой радостью. Because we know something. Понимаем, почему? Потому что мы знаем что-то. When, as a pastor, whenever I go and minister to people. Будучи пастырями, когда я иду и служу людям, sometimes do a hospital visit. Или иду в больницу молиться за людей. I'm always amazed at the grace of God upon Christians. Я всегда удивляюсь, насколько велика милость Божия над верующими. Those who have a strong faith in their God. Те, которые имеют сильную веру в своего Бога. In spite of trouble that is happening. Независимо от трудностей, через которые они проходят. To see the grace in their life. Видите благость, благодать Божию в их жизни. Because of the faith that they have. Потом из-за веры, которую они имеют. But to be called to go visit somebody. Но чтобы быть призванным идти и посещать кого-то. Doesn't know God. Который не знает Бога. You can see the hopelessness. Вы можете увидеть в них безнадежность. You can see the despair of their heart. Вы можете видеть отчаяние в их сердцах. But see, we know something. Видите ли, мы знаем что-то. We know what they don't know. Мы знаем то, что они не знают. Look at verse 4, he says. He says, knowing this. Зная это. That the trying or the testing of our faith. Зная, что испытание веры. Produces patience. Производит терпение. See, we know that it's going to create this endurance in our lives. Что терпение будет производить усердие. So that we can fulfill our purpose. Чтобы мы достигали свою цель. We can reach our God-given destiny. Мы можем достичь ту цель, которую Бог нам дал. In spite of the testing. Независимо от испытаний. In spite of whatever the enemy wants to throw in our path. От того, что враг хочет препятствие поставить на наш путь. I know that some of you have come later in the conference. Я знаю, что некоторые из вас пришли чуть позже на конференцию. I don't know if you heard the story of my daughter that was. Я не знаю, все ли слышали историю о моей дочери. Attacked by cancer at age 6. Когда ей было 6 лет, она была атакована болезнью рак. Major testing. Очень большое испытание. Of our faith. Нашей веры. See, in that small town in Central Texas. В том маленьком городке в Центральном Техасе. I preached boldly about God's ability to heal. Я говорил очень сильно и смело о Божьей способности исцелять людей. I was made fun of by other pastors. И я даже насмехался над другими пастырями. Oh, one of those faith and healing preachers. О, эти проповедники, которые все время проповедуют о вере. And then all of a sudden my daughter has cancer. И тут внезапно моя дочь имеет рак. They scoffed. They scoffed. They made fun of it. Они смеялись. And so I was praying. И я молился. God said, don't take it personal. И Бог сказал, не принимай лично. It's a testing. Это испытание. Of the faith. Это испытание веры. You've preached this. Ты проповедовал это. The enemy's trying to attack it. И враг пытается. He wants to get you to back off of it. Он хочет, чтобы ты отступил. So we had to stand. И нам пришлось стоять. The Bible says, having done all to stand therefore. Библия говорит, что мы должны стоять. Sometimes you just gotta keep standing. Иногда мы должны просто стоять. Sometimes you just have to, like Pastor Olin was saying, you just gotta stand up to the enemy. И как пастор Олин говорит, что вы должны стоять до конца. You say, I'm not gonna be moved. И я не сдвинусь. I will believe this. Я буду верить. No matter what. Независимо. And so we kept doing that. И мы продолжали. The doctor at the hospital. И доктора в больнице. He saw that we were strong Christians.
Он видел, что мы сильные верующие. Now, he didn't know how strong a Christian we were. Он не знал, насколько сильные мы. But he witnessed that when Erica was in intensive care. Но доктор был свидетелем, что когда Эрика была уже в реанимации. We had people come in the room. Мы люди приходили в эту комнату. Praying 24 hours a day. 24 часа в сутки они молились за нее. We had teams of people that would come and pray and not leave. У нас были группы людей, которые приходили, молились, брали стражу. Somebody was praying all the way around the clock. Кто-то молился постоянно. 24 часа в сутки. The doctor, he was a Christian of a different kind of faith. Доктор был верующий, но он был другой веры, другой деноминации. Didn't believe in some of these principles and truths. Он не верил в эти принципы и истины. He took my wife to the side. Он взял мою жену в сторону. He said, "Ma'am, I don't want you to be discouraged and lose faith in God." Я не хочу, чтобы вы были разочарованы и потеряли веру в Бога. Because it really doesn't look like your daughter's going to make it. Но похоже, что твоя жена, она не твоя дочь, она не справится. He said, "I've watched a lot of Christians." Я видел много верующих. They pray, but которые молились, nothing happens. Но ничего не происходило. I don't want you to get your hopes up. И я не хочу, чтобы вы слишком надеялись. Good thing I wasn't there. Очень хорошо, что меня там не было. I'd have had to fight not to get in the flesh. Мне бы пришлось бороться с самим собой, чтобы я не стал плотским. I would maybe feel like laying hands on him. Потому что если бы он мне это сказал, я бы почувствовал, что я хотел возложить на него руки. But I thank God that my wife was strong. Но я верю, что я благодарен Богу, что моя жена была сильна. To be honest, my wife was at a stronger place than I was. Честно говоря, моя жена в тот момент оказалась сильнее, чем я. When this first happened. Когда это впервые случилось. It literally felt like that the wind had been taken out of me. Такое ощущение, что wind? Yeah, like somebody had knocked the breath out of you. Такое ощущение, что как будто кто-то забрал дыхание this is из my, тебя. This is my baby girl. Это моя, мой ребенок, моя дочь. As a dad, I just felt so helpless. И как папа, я почувствовал таким безнадежным. That first night, you know, doctors had told us how desperate it was. Первый же вечер доктор сказал, насколько плохая ситуация. But here's where my wife was. Но вот где моя жена была. The whole year prior to that happening. За год до этого, когда это случилось. My wife personally felt she was supposed to study about healing. Моя жена, она почувствовала бремя, чтобы изучать о исцелении. She had studied all the way through the scripture from the beginning to the end about healing. Она от начала до конца изучала Писание и все, что связано с исцелением. She had consumed every book that she could find on healing. Она все, что вся все книги, которые могла найти о исцелении, она их исследовала. The Bible teaches us in Romans chapter 10, verse 17. Римлянам 10 глава 11 стих учит нас. That faith comes by hearing and hearing by God's word. От слышания, а слышание от слова Божьего. She had built herself up. Она себя созидала. In the area of healing. В области исцеления. From the first night, she pointed her finger at the doctors. И с первого же вечера она показала пальцем докторам. She said, "You have your report." Она сказала, что у вас есть ваша весть. But we have our report. Но у нас есть наш. And we believe the report of the Lord. Наш приговор, и мы будем верить нашему приговору. She is the healed of God. Она исцелена Богом. And we will not bury her. И мы не похороним ее. She will leave this hospital. Она уйдет из этой больницы. Healed of God. Она будет исцелена Богом. This other doctor that had come and tried to talk to her. Другой доктор пришел и пытался поговорить с ним. Please don't get your hopes up. Пожалуйста, не слишком надейтесь. She looked at him. Она посмотрела на него. She said, "Do you think that we've just begun this journey?" Она говорит, вы что думаете, что мы только начали этот путь? You need to understand something. Вы должны понять нечто. We didn't just start out here. Мы всего лишь не только начали сейчас. We live this. Мы живем этим. We believe in the healing power of God. Мы верим в исцелительную силу Божию. So she rebuked him. И она запретила ему говорить. This same doctor. Она обругала его. И этот же доктор потом. Years later. Много лет спустя.
had to declare. Он ему пришлось провозгласить. That Erica was healed. Что Эрика была исцелена. Yes. He had to write a letter. Ему пришлось написать письмо. That said. Которая говорилась, что она исцелилась. A medical cancer doctor. Доктор, который исследовал. Уролог. That said that she wouldn't make it. Который когда-то вначале сказал, что она не выживет. Later wrote a letter. Позже он написал письмо. For us to give to the insurance company. Для нас, чтобы мы дали страховой компании. That with the type of cancer that Erica had. Что тот тип рака, которым болела Эрика. That if she hasn't died by now. Что если бы она не умерла к этому времени. She had to be healed. Она должна была быть точно быть. The cancer would never return again. И что рак не вернется больше. This doctor. И этот доктор. That was afraid. Который боялся. Of us getting our hopes up. Боялся, что мы слишком много надежды имели. And being disappointed. И который боялся, чтобы мы не были разочарованы. Wrote a letter. Он написал письмо. He said, Erica is healed. И он сказал, Эрика исцелена. Erica is healed. Эрика исцелена. Testing comes. But you have to stand in faith. Но вам необходимо будет стоять в вере. Аминь. Now there's been other battles. И, конечно, были и другие битвы. I haven't always seen the outcome the way I would have liked. И, конечно же, выход, как они заканчиваются, не всегда такие, как бы я желал бы их видеть. Sometimes I know exactly why. Иногда я знаю точно, почему это так происходит. I know that I didn't do everything right in the midst of the storm. Я знал, что я не всегда делал правильно, когда шторм приходил. Some answers I still don't have. Иногда ответы, которые я до сих пор не имею. But I still trust God. Но я все-таки доверяю Богу. I still choose to believe. Я выбираю верить Ему. I will not be moved. Я не буду сдвинут. I believe the word of the Lord. Я верю слову Господа. I will believe it. Я буду верить. Even if I don't personally experience. Даже тогда, когда я лично не буду переживать. Но я буду верить то, что Бог говорит. I choose to say. Я выбираю верить. This is the final authority. И говорить, что это окончательная власть. Аминь. In spite of what I experience, независимо, что бы я ни переживал, I speak this. Я говорю это. I declare this. Я провозглашаю это. Now, by doing so, и теперь, делая это, I believe I've seen a lot more miracles. Я верю, что из-за того, что я соблюдала это, я видел намного больше чудес. Others that don't want to believe in God's word. Многие, которые не хотят верить слову Божьему. Don't want to believe that God heals. Они, которые не хотят верить, что Бог исцеляет. I can't help them. Я не могу помочь им. But those who do believe. Но те, которые верят. Oh, there is an opportunity for God. Есть возможность для Бога. You have to have faith. Вам необходимо иметь веру. Throughout the word of God. На протяжении всей Библии Old Covenant and New Covenant. Слово Божие Старого Завета и Нового Завета. We see where the highest level of people receiving miracles. Мы видим на разных уровнях, как люди получали исцеление. Was by people releasing their faith. И это получалось тогда, когда люди высвобождали свою веру. In God and His Word. В Бога и в Его Слово. Yes, sometimes other people come and pray. Иногда люди приходят и молятся. And God works a miracle. И Бог делает чудеса. But if you look at the ministry of Jesus, но если вы посмотрите на служение Иисуса, over and over again, вновь и вновь, Jesus would coach people. Иисус тренировал людей. Into releasing their faith. Чтобы они высвобождали свою веру. The man with the withered hand. Человек, который был скручен, рука была сухая. Stretch out your hand. Протяни свою руку. The man who was lame. Человек, который лежал. Take up your bed. Возьми свою кровать. The woman with the issue of blood. Женщина, которая страдала кровотечением. That came behind Jesus. Она пришла сзади Иисуса. That touched the border of his talit. Края его талита. With healing in his wings. С исцелением в его руках. Virtue was released. И было исцеление, сила высвобождена. He said, your faith. И она сказала, твоя вера has made you whole. Сделала тебя целостной, исцеленной. Personal faith.
Личная вера. Well, how do you get this? Как ты получаешь? Как ты знаешь это? Faith comes. Вера приходит. By hearing. От слышания. That's by understanding. Это от понимания. And understanding God's word. И понимание слова Божьего. You have faith in God's word. Вера в слово Божье. When God speaks something to your heart, что-то в ваше сердце. Accept it. Принимай. As the final authority of your life. Как окончательную власть от Бога. But let me bring it down a little more personal. Но разрешите мне немножко более личное сказать вам. Because God wants to move in even other more personal areas of our hearts and our lives. Действовать в более личных областях нашей жизни. I don't want you to think that it's only the big things. Я не хочу, чтобы вы думали, что он действует только в больших вещах. But even little things, God is interested. Даже в маленьких вещах он заинтересован. Sometimes for us to see big things. Иногда для нас, чтобы видеть большое сбывающееся. We have to start exercising our faith in little things. Нам нужно и тренировать свою веру на маленьких вещах. Some of us, yes, we want to see God heal somebody of cancer. И может быть, да, Бог хочет, чтобы мы видели, чтобы Бог исцелил кого-то от рака. But have we prayed for somebody to just get rid of simple sickness? Но молились ли мы или имели веру, когда мы молимся, когда небольшая болезнь? Sometimes it's small areas. Иногда это маленькие области. That we learn to grow in. Которые мы учимся. We begin to exercise our faith in. И мы начинаем расти в вере. And we see God move. И потом мы видим, как Бог действует. I look at our lives. И я смотрю на свою жизнь, на нашу жизнь. As journeys of faith. Как путь веры. Because the just must live by faith. Потому что праведник верою будет жить. When my wife and I first moved to Lockhart, to Central Texas. Когда моя жена и я мы переехали в центральный Техас. We were pastoring that small church. Мы были пастырями маленькой церкви. And you know, it's a small congregation. Вы знаете, небольшая община. Wasn't a whole lot of money. Не так уж много денег было у нас. I mean, we were growing the church, we were working, we were believing. Мы верили, что церковь будет расти, и люди приходили. My wife and I personally, we were growing in our faith. И я и моя жена, мы лично росли в вере. We had moved into a house. И мы переехали в дом. And in this house, и в этом доме, there was an old stove. It was an old natural gas stove. И природный газ был подсоединен к этой плите. Only two burners on top worked. Только две конфорки работали. But you had to light them by hand. Но you had to light them individually. И вам приходилось зажигать индивидуально. The oven door. This is like what you do here. Is it? Okay. They got new stuff now. The oven door was wore out. Духовка, дверь духовки, она не держалась. It wouldn't stay shut. Она не закрывалась. So we had a piece of a pencil. И у нас был кусок карандаша. That we would wedge in the door to keep it shut. И мы поднимали и закрепляли этим карандашом. It was very old. Она была очень старая плита. My wife came to me. И моя жена подошла ко мне. She said, I need a new stove. И она говорит, слушай, мне нужна новая плита. I said, well, I'll just talk the way I talk. И я буду говорить так, как я с ней разговариваю. I love her very much. Я люблю свою жену очень сильно. But I said, woman. И я сказала, жена, женщина. We don't have the money for a new stove. У нас нет денег для этой новой плиты. We just barely had enough to get in this house. У нас достаточно было денег, чтобы въехать в этот дом. If you want a new stove, если хочешь новую плиту, you're gonna have to pray and believe God for a new stove. Молись и проси у Бога новую плиту. So she began to pray. И она начала молиться. She three mornings in a row. I thought she was trying to manipulate me. И три дня подряд. Она говорила мне, и я думала, что она уже начинает манипулировать мной. I would come in the kitchen. Я захожу в кухню. I'd be fixing my cereal. И вот я завтрак готовлю себе. Знаете, сухой завтрак готовлю себе. I just like light breakfast. Я люблю очень легкий завтрак. Y'all have been a real blessing to me here. Вы для меня были большим благословением здесь. Lots of food. Потому что меня здесь кормили. But I would be fixing my breakfast.
И вот я готовил себе сухой завтрак. My wife would come in the kitchen. И моя жена заходит в кухню. She'd walk over to the stove. И подходит к плите. She'd lay her hands on the stove. Возлагает руки на плиту. She would say, Father God. Я такая, Отец Бог. I thank you for my brand new. Спасибо тебе за мою новую. White stove. Белую плиту. I thank you that it's the top of the line stove. Благодарите за то, что это самая новая последняя технология. That it's not a cheap one. И это не дешевая. But it's a new one. Но это новая. The best one. Самая лучшая. Thank you. Спасибо. And then she would leave. И вот она уходила. Three mornings in a row. Три утра подряд. On the third day. На третий день. Somebody say third day. Кто-то скажите третий день. There's something powerful in that. Что-то сила, какая-то сила есть на третий день. I mean, each day she come in there. На третий день она приходит. Lay hands on it. Возлагает руки. Say the same prayer. Говори ту же самую молитву. Father, I thank you. Отец, я благодарю тебя. For my brand new white stove. За мою новую белую плиту. Thank you that it's the best. Спасибо, что это самое лучшее. That it's not a cheap one. И это она не дешевая. That it's the best stove. Но что это самая лучшая плита. Thank you. Спасибо. And she will leave. И она уходит. The third day. Третий день. That afternoon. И в тот обед, после обеда. She'd already prayed that morning. А утром она помолилась. That afternoon. We had unexpected guest. К нам приехал гость неожиданный. Some old friends that we had not seen in many years. Друг, которого мы не видели много-много лет. Have to be just passing through town. А он проезжал мимо того города. Called us and said, он позвонил. We're in your city. Он говорит, мы в вашем городе. We said, come by. И мы говорим, заходи к нам. They showed up at the house. И они пришли к нам в дом. We took them through the house. We showed them the house. We were so excited. We just moved in this house. Мы только въехали в этот дом. Look at what God has blessed us with. Посмотри, как Бог благословил нас. My wife didn't point out the stove. Но моя жена не показала на плиту. She didn't manipulate. Она не манипулировала. She didn't say anything. Она ничего не сказала. We were excited about the house. God had blessed us. Бог благословил нас домом. We fellowshiped until later in the afternoon. Мы общались весь вечер. And but they had to travel on. Но им пришлось уехать, потому что so they left. И они уехали. All of a sudden, и тут a few hours later, несколько часов спустя, this truck pulls up in front of the house. Этот трак подъехал к нашему дому. Грузовик. I'm like, what's this truck? И я спросил, что это за машина? They opened the back of the truck. И грузовик открыл борта. They start to unload something. И они начали выгружать что-то. I'm thinking, I better go tell them they're at the wrong house. Я пошел, подумал, сказать им, слушайте, что вы делаете? Вы, наверное, перепутали дом. They looked at the job order. Они посмотрели на заказ. Is this not your address? А разве это не ваш адрес? I said yes. Я говорю, да, это наш адрес. Said, well, we have a new stove here. Он говорит, но у нас есть новая плита. What did my wife do? А я спросил, подумал, что же моя жена сделала? Well, she got us in debt. Я подумал, что она нас в долги ввела. I go in the house. Я иду домой. I said, did you buy a stove? Я спрашиваю, ты что купила плиту? She said, no. Она говорит, нет. There's a stove out here. Я говорю, слушай, там they're unloading the stove. Они разгружают новую плиту. So we went back out there. И мы пошли туда. Are you sure it's our stove? И you say you ask. Are you sure is that our stove? Я спрашиваю, ты уверен, что она спрашивает, ты уверен, что это наша плита? Yes, it's your stove. Да, это твоя плита. It's ваша. А мы спросили того человека. On the invoice. На заказе. It said pay. Написано, что заплачено полностью. Nothing owed. Ничего вы не должны. It was paid for. Это было за все заплачено. They bring it in the house. И они вносят в дом. We have to move the old one out of the way. И тут же нам пришлось заменить и убрать старую. The old one had a lot of room beside each side. И the old one was very small. Старая была маленькая. There was a big space there. И оказалось место там. The new one barely fit through the door. И вы знаете что, но новая. It took up the whole space. Практически с трудом вошла. It had extra burners on top. You could cook pancakes and had griddle and.
Именно дополнительные конфорки и даже горелки, даже что можно делать гриль наверху. Новая! Top of the line! Самая последняя! The best that the store had! Самая лучшая, которая в магазине была! Белая! I told my wife. Я сказал своей жене. I said, I need a new suit. Я сказал, слушай, мне нужен новый костюм.